Держит в плену. Освободи, Господь, освободи души, освободи, Господь, там, где есть мучение, там, где работает проклятие, Господь, там, где есть колдовство, пусть оно будет разрушено во имя Иисуса. Всякое безумие, направленное на их жизнь, пусть будет разрушено Твоей силой, Господь. Там, где Ты, там свобода. Излей на них Святого Духа Твоего, Господь. Ты обещал излить на всякую плоть Святого Духа, и мы призываем Твое имя и стоим твердо на Твоем обетовании. И мы знаем, даже если враг придет как река, дуновение Господа прогонит его. Ты поражаешь врагов, восстающих против наших детей. И они побегут, побегут от лица Твоего. Ты укроешь их в день бедствия. Ты вознесешь их на скалу свою. И они будут жить с Господом. Да будет аннулирован замысел врага полностью на их жизнь. И всякие ловушки пусть будут разбиты, обнаружены, уничтожены. Пусть будет опозорен враг. Пусть он будет обнаружен и уничтожен. Пусть ангелы Твои ополчаются вокруг них. Приди, Господь, мы призываем имя Твое, святое имя. Мы отменяем сейчас в духе всякий замысел врага во имя Иисуса. Мы разбиваем дух усыпления и всякую ложь, которая работает в их жизни. Мы молимся, чтобы кровь Твоя святая омыла, очистила, обновила, осветила, отделила их от всего, что делает враг в их жизни, от всего, на что он посягает. Омой, очисть, выведи, Господь, из тьмы в Твой чудный свет. Пусть они увидят руку Божию. Мы не соглашаемся с поражением, мы не соглашаемся с планом дьявола на их жизнь. Мы стоим перед Тобой в могущественное имя Иисуса Христа. И мы сейчас принимаем огонь Святого Духа. Сойди на них, Дух Святой! Сойди на них, Дух Святой! Пусть в Твоем огне сгорит все нечистое, все бесовское. Пусть сила Святого Духа принесет эту свободу, настоящую свободу. Приди, Господь. Мы возвышаем нас в голос. Мы молимся, Господь, и мы знаем, что наша молитва, как фимиам, возносится к трону Твоему, и враг убегает. Мы твердо стоим на Твоем слове. Я и дом мой, мы будем служить Господу. Наши дети будут в Доме Божьем. Они будут поклоняться живому Богу, великому и сильному. Мы утверждаем этот духовный мир. Наши дети принадлежат Тебе, а не творение рук Твоих, созданные, чтобы служить Богу, чтобы жить в праведности, в чистоте, в святости, в любви, в радости. Им принадлежит все это, и мы утверждаем это в духовный мир. Благодарим Тебя, Господь, за Твою искупительную, исцеляющую, освобождающую кровь, кровь Иисуса Христа. Твоей крови достаточно, Господь, чтобы разбить все зло, чтобы обернуть все зло во благо, все проклятие
благословения. Да будет разрушен всякий замысел врага. Да будут разбиты все оковы, которыми они скованы. Пусть будут разрушены все страдания, Господь. Ты умилостивление, Ты, Господь, любовь. Тебе сила, Ты наше упование, Ты наша защита, Ты наша крепость, Ты наша сила. Положи конец тьме, Господь, положи конец замыслом врага. Огонь Святого Духа. Огонь Святого Духа сходит с небес на их судьбы, на их жизни. И мы говорим Слово Божие для наших детей, и мы верим, что оно исполнится. И мы утверждаем, так и говорит Слово Твое. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Свое на Тебя и даст Тебе мир, мир от Господа. Благословения от Господа изливаются на наших детей, и великий мир наполняет их сердца. Это Ты, Дух Святой. Это Ты. Тебе вся слава. Тебе вся честь. Тебе вся благодарность за великие чудеса, которые Ты творишь по молитвам Своих детей, по молитвам святых. Мы знаем, наши молитвы поднимаются в небеса. И Ты приходишь, Господь, и приходят ответы. Это Ты, Дух Святой.